Привет, амигос! Да, снова я, и я продолжаю нагревать атмосферу Земли, вызывая таяние полярных льдов своей жопой в игре Demon's Souls. Кстати, в комментах кто-то отдельно заметил, что на щите изображен действительно прошлый босс, только здесь он похож на какого-то жирного фермера в соломенной шляпе, скорее, а не на резиновую херню, отбивающую атаки. Так, надо потратить, надо инвестировать 24 тысячи душ. Заткнись, проститутка, дай я прокачаюсь. Виталити. Я предлагаю Виталика вбить, блядь, все души, потому что моя полоска здоровья постоянно оказывается кастрированной. Вообще, в Dark Souls'ах, по опыту, по своему мощнейшему, блядь, неоспоримому, могу сказать, что броня в игре вообще ничего не значит. Ну, практически ничего. Гораздо важнее иметь очень длинную полоску здоровья, нежели какой-то охуительно тяжелый сет. Хотя от части к части. В некоторых частях тяжелая броня прям заметно, что дают какую-то защиту, а в некоторых нет. Вот в этой части, допустим, блядь, не в этой части, в Demon's Souls, в этом... Я не вижу смысла качать, блядь, легкость и, ёпта мать, ловкость и силу, потому что, блядь, да оно заткнёт свое еблище, нет сегодня, слышь, лучше бы тебе рот заклеили, блядь, а не глаза. Объясняю, я понимаю, что статы нужны для того, чтобы взять в руки оружие, но посмотрите, если оружие уже у вас в руках, то при прокачке статов, блядь, оно вообще ничего не получает. То есть, когда в один прекрасный день вы наточите там свой меч, там какой-нибудь, да заткнись ты, господи ж ты, ёб твою мать, да наточите свой меч там до плюс 10, и у него каким-то образом, возможно, скорее всего, допускаю такую возможность, что изменится скейлы в хорошую сторону, там да, там скорее всего вот тогда-то, только и тогда и надо будет иметь там какие-то единицы силы или атаки. Так уж устроена эта игра, насколько я понимаю, потому что в дарках, даже в начале игры, там силу прокачиваешь на единичку, получаешь там 2-3, а то и 5 иногда единиц дэмэджа, насколько я помню. Он уже потом, когда персонаж разжирается, начинает все меньше и меньше прибавлять, а поначалу прибавка чувствуется, а здесь наоборот, нихуя, шачки. Но с другой стороны, я не вижу, чтобы и полоска здоровья моя ошибка удлинилась, хотя вот цифры здоровья прибавились солидные. При том, что в этой игре дамаг не такой большой, как в дарках, то что в дарках первые бомжи вас могут запинать. Здесь как-то совсем бьют очень слабенько, поэтому большая полоска здоровья, ну конечно ваншотные гандоны и здесь водятся, но большая полоска здоровья здесь, ну, приравнивается, наверное, практически к максимально возможному бессмертию. Я так понимаю, что везде, кроме чумной помойки, я буду называть эту локацию чумной помойкой, потому что это смесь помойки и чумного города, на мой взгляд. Ну, не помню, блядь, в чумном городе такого количества ебаных, блядь, досок, сука, по которым надо ходить. Хотя да, что-то такое было. Но все равно мне просто нравится называть это дерьмище помойкой. Я везде поубивал первых боссов. В первой самой локе я убил даже нескольких. Двоих, по-моему. Поэтому остались только боссы сложные, либо те, которых я еще не видел. Но я предлагаю пройти дальше по этому левелу и посмотреть, что тут будет. Бля, опять они, ёпта. Я же думал, там дракон сзади рыкнул. Что за звук? О, Ласкутин, опять ты. You can summon here. А, нет, это не Ласкутин. Hello there. We meet again. Это тот, который в тюрьме сидел. Да, жизнь, приключение. Блять, ты мне опять принес на продажу своего говнеца. Заебал, ты, может, пойдешь, блять, в город какой-нибудь поторгуешь. Опс. Блять, этот моб настолько охуенен, что ему даже заставку сделали. Смерть с косой. Ну, я так понимаю, что это старый Анор Лондо. До затопления, что это за? Он пробудил кучу невидимой хероты. А, вот они, смотри, какие, блядь, длинные инопланетяне.
I'm in trouble. А как мне похуй? Это, блядь, удар такой. Оу, Санта Мария, блядь, где урон-то мой? Дамаг меня покинул. Да, ну скорость атаки у них, ёпты просто. Так, подожди, дай, может, копьем потыкаем, может, они лопнут. Ты же нахер не налезешь, лопнешь как презерватив, на. Сука, 58, да, копье. Копье зароляло, на, сука. Понятно, убираем щит, нахуй. И тык, блядь. Тык, тык, тык. Затыкал, как проститутку. Да, в этом мире я буду известен как тыкальщик. Тыкальщик копьем. Хотел сказать тыкальщик в жопу, но я нападаю, например, в основном спереди, поэтому... Тыкальщик в член. Не звучит. Что это такое? А, это скелеты. Опс. Здрасте. О, не помешаю? Помешаю. Блять, да что ж такое-то нахуй, я ж, блядь. Ебическая сила, там-то что такое? Блять. Ай, бля, ебаный каламбур. Да подожди, дай встать-то нахуй. Отпусти захват цели, блять. Конечно, там такое препятствие, ты что? Тихо. Ай, ой, а это что такое? Кто это? Блядь, Лоскутин. Хули ты тут делаешь? Лоскутин, помогай нам пизды давать идут, чувак, блядь. Делай чего-нибудь, ёб твою мать. Ой-ой. Да, блядь, что за братья Кличко? На, сука. Зарешал обоих. Ой, блядь, опять этот. Сатана идет. Она еще, он еще ржет. Да лечись ты быстрее, ёбжешь твою матерь. Ах ты пизда вонючая. На, сука, на. Лоскутин, давай добивай, блядь, выносливость кончилась. На, сука. Блядь, только не вниз. Ах ты, блядь, дочь проститутки. Да что ж, блядь, за день-то такой сегодня. Ну, сука, игру папуасы делали, я ебал. Весь лут улетел, блядь, у меня. Какой я выбил, все куда-то нахуй улетает. Лоскутин, блядь, прыгай нахуй за лутом. Oh, hello again. Hey, как он подстрачник, да? Эй, у него щит такой же. Ха, Лоскутин. Ой, копье такое. Бля, Лоскутин, дай пять. У нас... Я не думал, что у нас так много общего. Все, иди нахуй, ладно, заебал. Ты какой-то, блядь, долгий пиздец. Будет у тебя прямая линия с населением там, пиздец. Ну, я знаю, он говорит, как обычно, прыгай там сокровища. Я этого пидора хорошо знаю. Shard of Darkenstone, оу, oh, yeah. Так, а здесь откуда в анал копье-то полетит? Это ж кнопка нажимная, да? Нет, ладно, не будем дрочить судьбу. Блять, как лут-то вернуть, ёпта? Где спуск-то? Там я косу хочу забрать, я, ёпта, чьё добыл в честном кумите. Бля, вот, ну давайте, ну скажите мне, что вот это не похоже на ту херню, которая лежит в локации в Bloodborne, где ты с сиротой косой дерешься, ну. Это ж, блядь, она. Я там сдох раз 10, я помню, блядь, как она выглядит прекрасно. Это вот это она и есть. Блять, они придумали одну игру, потом начали дербанить ее на части и делать все новые и новые игры. Блять, какие они умные. О, тут кому-то не повезло. Вернее, повезло не так, как мне. Его принесли в жертву на этом алтаре. И, естественно, как всегда, лежит везде куча лута, который, сука, хер знает, как доставать. Кстати, где он?
Где-то я же сверху. Блять, везде надписи, что как бы намекает, что там люди-то были, блять. Подожди, а где? Сука, я прям как этот троянский воин, сука, с таким этим щитом, с копьем. Доспехи только нихера не троянские. У Гектора бы такие были, он бы Ахиллеса рогами забодал. О, рыцарь обычный. And now, soldier soul. And nothing better. You fight no better. О. О. Понятно. О. А, бля. Я думал, это ящер светится. Вот что это за ловушка? Откуда? Ах ты ж, ёб твою мать. Ты смотри-ка, бля. Тут везде какая-то вода налитая. Это какой-то... Видимо, следующий босс будет какой-то водяной, потому что это храм служителей водички. Ох ты ж, ёб твою мать. Ну кто же еще, конечно. Блять, мать твою, пощупал. Нихуя себе. Въебал на пол здоровья. А чё атака такая жирная у него? Может, тут они, блин, по процентно урон наносят? Я чё-то просто не знаю. Типа, вот этот удар сносит 50% здоровья. Попытка увернуться, блядь. Пиздец, в коридоре прямом, как ёбаная кишка разработчика, естественно, привел только к пиздюлям, больше ни к чему. Блядь, да хуй ты сомневался. Вообще не понимаю, в этой части... Пизду, блядь, как с ним драться-то нахуй? Ну, посмотрите, блядь, на этот уровень. Заебет, блядь, мертвого. Иди сюда, ублюдок, спускайся. Давай на нормальную, блядь, арену. Где сражаются, сука, мужчины, блядь. Они такие пезды, как ты и твоя мамка. Кусок дерьма, блядь. Ну-ка нахуй мне. Че, у меня есть какой-нибудь поджигатель, блядь? Я вот эти херовины не выбивал уже хуй знает сколько времени. У меня, блядь, как было их в начале игры 4 штуки, так и осталось. Сука, копье сейчас сожгу, буду, блядь, черенком от ним драться. Хе-хе-хе, это будет номер. Не сюда я тебе, блядь, в глаз ткну, блядь. На, сука. На, сука. Пизда-то. Заебал этот талисман доставать. Давай. А? Сука, щит-то протыкает, блядь. Обморок, ёб твою мать. Где дамаг? Был же дамаг, блядь. Или мне нахуй приснилось, что мой меч урон какой-то, что мой копье, блядь, урон какой-то наносит. А, заебись, да, поджег. Потом убрал, достал, оно потухло у меня, пока оно в задницу у меня было, я понял, да. Где бы тут найти пироманта, который бы мне... Ой, блядь. Понятно. Копье это, блядь, не для этого чувака. А мне сначала показалось, что я ему по 250 сносил. А, у него, блядь, какая-то хуйня включилась. Он даже... С фальшион-то урон не получает. Мразота, блядь. Ну, естественно, кривые бэкстабы. Для исполнения которых надо встать немножко сбоку. Непонятно, блядь, с какого у героя, блядь, наверное, залуп кривая, поэтому надо. Не может закоктиться, надо сбоку стоять, блядь. Естественно, они мне нихуя не получаются. Блядь. Этой игре уходит премия за самые, блядь, корявые бэкстабы в истории. Надо же, блядь, такую... Кто-то говорит мне, это как в первой части. Да нихуя, в первой части, блядь, они даже в половину не такие корявые были. Это вот атрибут вот этой вот новинки рынка, блядь. You find value of... О, о. Подожди. Ну, в цель поймать это, блядь, полбеды, да? У-у-у!
все. Это все, что я, блядь, тут нашел. Прекрасно. Перфекто, перфекто. Блять, а я же сейчас опять выйду на открытое пространство к этим ублюдкам конченым. Вообще, какая мразь придумала в игре с такой, блядь, абсурдной стрельбой вводить летающих мобов. Ой, блядь. А, это их трупы валяются, понятно. Это, блядь, что-то подохли. Ебать, их там сколько много, ёб твою мать. О, да, сейчас. Сейчас выйду, погодите, блядь. Погодите, мрази. У-у-у, блядь, там еще скелеты. Блядь, кого из них бояться-то, я даже не знаю. Пизда, ёб твою мать. В одного смотришь, блядь, другой стреляет. Заебись. Вот пошел ты нахуй, проститутка, блядь. Оп, переб... Блять, такая тухлая хуйня это, блять. С луками, с этими, с хуюками, блять. Пиздец просто, говно ебаное. А он, блять, то туда летит, то сюда, ёб твою мать, кувырки не работают. Уезжаю, что копье еще само, блять, наводится в мою сторону. Пиздец, блядь. Охуенно. Не правда ли охуенно, друзья мои? Не это ли, блядь, лучший геймплей, который вы видели в своей жизни? А мне так, блядь, я такой охуенности нигде не видел. Еще бы у него стрелы по полтосу не продавались, блядь. Еще, блядь, только 40 дамага получил. Я разве в него не попадал до этого? Ну. Ладно. Мать твою, медведь ебал. Заебет просто, просто заебет кого угодно, блядь. Ты можешь подняться тут? О, блядь! Ёб твою мать, как ты заебал меня, ублюдок! Блядь, пиздец, просто пиздец какой-то не локация. Блядь, такое дерьмо нахуй. Да пошел нахуй, давай ебстать друг друга в щит. Блять, идеальное просто место, блять. Для того, чтобы тут дохнуть. Разработчик молодец, папуас ебаный, блять. Гандонище, тухлодыр, блять, ебучий. Ну просто пидорас, блять. Ну, ебать, у меня слов нет. Я нахуй за все части Дарка такого говна, блять, не видел, нахуй. Уебок, блять, ебаный. Пиздец, блять. Стреляй, нахуй. Нате кривую стрельбу. Нате хуевый лук, блять. Нате, блять, пидоров, которых хуй попадешь. Стреляй, бро, стреляй, мой любимый игрок. Наслаждайся, блядь, процессом. Охуенный геймплей, блядь. Наверное, блядь, за лучника потом игру пройду, блядь. Нихуя не видно, на тебе пиздюлей, блядь. Заебись. Заебись, родоначальник, блядь. Легендарный, нахуй, серии. Охуевай, блядь, тащись просто. Вот это я игру сделал, блядь. Пойду нахуй риса съем. Блять, выродок конченый, пиздец, блять, ебать локация, охуеть, просто, блять, невыносимое дерьмище, нахуй, просто, блять, пиздец, я ебу, нахуй, кто, блять,
будет в это говнище пить. Блять, я не знаю, кто эти люди, которые по два раза эту парашу проходили. Вам что делать нехуй? Серьезно, блять, это у вас одна игра была на PlayStation, наверное. Блять, мне вас жалко просто. Я думаю, что надо было, блять, открыть гуманитарную помощь на диске, блять, для людей, которые купили Demon's Souls, а больше у них ни на что не хватает, я не знаю просто. Я, блядь, не вижу каких-то объективных причин играть в эту парашу два раза, блядь. Ну, просто ебать колотить, нахуй, говнище. Блядь, такая стрёмная игра. Просто пиздец, блядь. Просто, блядь, охуеть, какая она стремоёбище, блядь. Блядь. То нахуй он на обрывы запрыгивает, то по ребрик, блядь, не перепрыгнуть. Блять, ну и гнида нахуй эту игру делала. Просто ебланище тупоголовое, блять. Сука, сын свиньи, блять, ебаный нахуй. Да-да, засуньте в жопу все мои души, блять. Охуеть, я еще соскочил. Чет, блять, не удержался, ёпта. Чет соскользнуло, блять, конечно. Потому что хули. Игра, блять, вот коммент прочитал правильно, типа... Блять, игра всегда была коридорная. Но настолько, блять, коридорная, нахуй, она не была никогда. Блять, вот вообще, нахуй, никогда. Даже, блять, в ебаном старом Анур-Лондоне такие коридоры. Блять, просто постоянно драка на какой-то узенькой хуйнюшке, где ты не размахнуться, не кувыркнуться, блять. Нихуя не можешь, блять. На, нахуй, играй, заебись. Я... Моя сделали игру, моя игру сделали, блять. Моя, блять. Мой батя... Ой, как там, сука. Мой батя выебал сестру и родил меня. Теперь я делаю игры. Хи-и-и. Бип. Летающие враги. Лук. Бип. Стрелять. Хи-и-и. Охуенно, блядь. Заебись. Пошел нахуй. Вместе со своей, блядь, игрой, ублюдок ебаный. И нахуй, черт, блядь. Да пошел ты. Блядь, эти скелеты, я базарю, они специально бьют на ходу. Чтобы, блядь, невозможно было съебаться. Чтоб ты наслаждался этой локацией, а не бегал, блядь. Ой, блядь, драться с ними невозможно, съебаться невозможно, блядь. Охуенно. Не, я не буду убивать летунов, мне похуй, я не собираюсь, я не ебанутый, я не собираюсь заниматься этой дрочкой, блядь, 20-минутной, чтоб потом, если ты случайно сдохнешь, они снова прилетели, и ты снова, блядь, 20 минут их убивал. Кому это нахуй надо? Чё за пидорство, блядь? Каким надо быть конченым, нахуй, чтобы это говно придумал? Ну, пиздец, блядь. Просто, нахуй, слов нет. Я ебал. Я подозревал, что разработчик ебанутый, но я не знал, что... Что в начале его карьеры все было настолько хуёво у него, блядь. Просто, это же, блядь, пиздец какой-то, я не знаю. Серьезно, ну, блядь, ну, просто охуеть. Многое можно понять, но это, блядь, понять просто невозможно. А тут даже ебут, даже, блядь, и без стрел, нахуй, нормально, нормально справляются, блядь, пока... Ой, блядь, сука. Ой, охуительный вообще момент, блядь. Я готов играть в него вечно, это даже прекраснее, чем, блядь, Серебряный рыцарь на карнизе в Анур-Ландо, это, блядь, в 100 раз просто лучше. Там, блядь, хоть какие-то шансы пробежать были, тут, блядь, никаких. Просто заебись, я не знаю. Это если бы... Блять, а чё эти скелеты в обрыв-то не спрыгивают с этим потрясающим, блядь, искусственным интеллектом? Если тут черные фантомы вон прыгают в дыры. Почему скелеты не прыгают? Убейтесь нахуй, ёб твою мать. Зачем, блядь, хули же вы? Почему вы такие точные-то стали вдруг, а? Там, где нахуй, это не надо, главное. Блять, ну и говно, ёб твою мать. Видел хуёвые игры, такого говна, блять, даже не предполагал. Что когда-то встречу, блять. Это причём какие-то скелет Макси Плюс, блять. По ним чё-то дамага как-то совсем мало. Да, отсоси ты мамы у своей хуй, блять. У трансвеститки пидорас, блять. Пиздец, блядь, вот. Да-да-да, еще раз можешь, блядь, у бабушки еще хуй пососать, блядь. Сын шлюхи и пидораса, блядь.
Пиздец, просто скелет Ван Дамма, нахуй, я не знаю, блядь. Дай иди в пизду. Пиздец, неугомонная мразь. О, нихуя. Это как получилось, блядь. Да охуеть, ты чё? Да пошёл нахуй, чёрт ёбан. А это чё такое у меня? Заклинье, блядь, что это такое? Кунай какой-то. Хоть не кунилингус, блядь. А, отравлено. Оставим, блядь, до лучших времен, до очередной какой-нибудь непроходимой ебаты. А за скелетика-то, кстати, по 1000 дают. Это, блядь, не просто скелеты, нахуй, на этом карнизе стоят. Необычные, блядь, усиленные, сука, поставили. Заебательски, блядь. И копья летают, и стрелы, блядь, стреляют. 860, блядь, с каждого пидора, нахуй. А там еще желтых пачка, блядь. Конечно, нахуй, а хули ты хотел, блядь? Да, два сразу, блядь, заебись. Ну, я догадываюсь, как тут надо проходить, блядь. Отманиваешь их нахуй туда. На этот выступ, куда они, блядь, не могут залезть, потому что тупорылые, блядь. Или еще лучше забегаешь с ними туда, где пидорасы эти, блядь, не стреляют. И все, и уж там-то честное кумите, блядь, наступает. Да, 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 маме своей, блядь, в очко нахуй засунет снаряд. Да, охуеть. Хуя у тебя, блядь, замахи. Я, блядь, уже жопой чувствую, что снаряд летит. Ладно, лук, я так понимаю, что достал твое время, блядь. Они еще и блоки ставят, мрази. Да, отсоси, блядь. Такое, блядь. Да ёбаный в рот, блядь. Сука, когда это кончится, нахуй? Заебала эта локация, пиздец, блядь. Одна хуйнь другой, блядь. Не зря тут все локации в игре цвета дерьма, блядь, какого-то, сука, серого. Я ебу, блядь, разработчик реально как бомж, блядь. Как нахуй художник, у которого, блядь, одна краска была, нахуй. Бля, я не знаю. Другие цвета накодить не могли. В чем проблема? Почему все, блядь, такого цвета-то, ёб твою мать, одинаково? Блядь, все какое-то бледное, как реально, как говно ёбаное. Блядь, мало то, что игра, сука, хуйня, хуйня, еще и цвета какие-то, блядь, депрессивные, пиздец. Просто ёбаное. Это не Demon Souls, это тоска ёбаная, надо игру назвать. Это просто пизда вообще, блядь. Клиническая хуйрыга, блядь. Как будто ее пиздец серым карандашом, блядь, рисовали. Заебало просто. Че ты, блядь, за мной не бежал все? О, все нормально. А, еще ебля минут на 20, давай. Ой, а может, нахуй настало время отравленных кинжаль? Да как, блядь, скелеты, когда они травились-то, блядь? Никогда, наверное. Ой, надо что-нибудь, блядь. О, то, что надо. Только подумал, давно копья в жопу не прилетала. На, нахуй, лови. Все для тебя, братан. Блядь, копьем его подойти затыкать. У него вроде дальность побольше. Блядь, пиздец. Просто пиздец. Ну и место, нахуй. Если я сейчас сдохну, я, блядь, удалю в пизду эту парашу, блядь. Никогда, нахуй, ее, блядь, устанавливать больше не буду. Мне поебать просто. Просто я нахую видал, блядь, игры, сделанные этими мразями, блядь.
Потому что просто потому, что, блядь, снова убивать этого ебаного скелета, что ли? Я чё, блядь, ебанутый, нахуй? Вы представляете цену фейла, блядь? А для тех, кто убивает этих ебаных, блядь, летающих говноедов, блядь, это просто пиздец. И сдохнуть потом, блядь, на последнем. Да так охуенно, наверное, блядь. И ты такой, блядь, пройду-ка я эту игру еще один раз. Ну, конечно, это не распространяется на магов. Для магов тут халява как была, блядь, так и осталась. Все, блядь, может, это игра про магию, может, я что-то, блядь, не понимаю. Ну, просто посмотрите, сколько я ебусь, да, с каждым этим, блядь, ублюдком, нахуй. И маг подойдет, блядь, скастанет какое-нибудь говно, скелета просто сдует, нахуй, с этого карниза, блядь. Я знаю, как магия в этих играх работает, я вообще не знаю, какой смысл играть колдуном. Они, блядь, только нахуй к третьей части догадались, что маги слишком легко убивают большинство боссов, и надо ввести быстрых боссов, чтобы маги не успевали кастовать. И они придумали, блядь, безымянного короля. Только, блядь, на третьей серии. А здесь, наверное, маги просто доминируют. Ура, блядь, да, ну надо. Неужели это кончилось, блядь? Может, магия еще... И летунов этих ебаных сбивает, блядь, кучами, не знаю. Какая-нибудь разрывная, блядь, хуйня-муйня. С автонаводочкой, блядь. А ты ебись, лошара с луком, блядь. В броне, которая нихуя не значит в этих играх. Блядь, ебаная японская мразь, неужели, блядь, такой тупорылый? Где баланс? Это хоть 2 грамма, ёпта. Справедливости там, блядь, крошки хотя бы. Равные условия. Хуй тебе. На тебе, фальшон. И эру. И кто тут next enemy-то, блядь? Что с тобой случилось? Нихуя его взъебнуло. Понятно. И опять посмотрите на эту локацию. Опять узкий мост, блядь. Да как ты заебал, нахуй? Ты дебил, что ли, блядь? Нет. Естественно, блядь. Конечно. Я удивлен, что этот лазер, блядь, не ваншотит. Но совет про... прострелы говно. Ты заебал, пидорас. Ты можешь что-нибудь? Нихуя, блядь! Понятно, почему он стоит и спамит. Понятно, блядь. Это нахуй многое объясняет. Базара нет. Охуенный враг. Стоит и спамит свой лазер, ну, блядь. На это интеллекта у них хватает, бля. Еще один такой же. Тут тупой. Блять, копье их вообще разматывает в щи. Блять, а это-то что такое? Че тут бегает? Блять, они на каждом этаже поставили их. О, блять. Охуенно. Блять, они чё? Они ещё нахуй возрождаются, что ли? Великая, блять, игра.
Лечись, пока лазеры, блядь, не прилетели откуда-нибудь, нахуй, эти космические, блядь. Не понял даже, что я взял. А, погоди-ка. Твоих рук дело, да, чайнасос? Пидорасина, блядь. Пять семьсот, блядь. Это чтобы мне было больно, да, когда меня убьют? Чтобы я, блядь, яичками физически эту боль почувствовал, наверное. Пизда, это что еще? Я слышу какие-то шаги. Шкура ебаная, опять она. Нихуя. Две шкуры. Это перебор даже для моего крепкого янг-янг. В очередь шмары. Какие же пидорские ловушки, блять, а? Какие же они пидорские, блять. Просто пидорские. Просто пидора сделал. Ну просто пиздец. Ты подходишь забрать лут, а тебе ебут. И лут-то такой положили, пиздец. Две травы, блять. Блять, 17 тысяч душ, нахуй. И босс, блять. Ну ебаная игра. Ну как нахуй я... Сука, ногой, блядь, прогодили, наверное, придумали. Даггер, блядь. Я подобрал даггер. Охуенно. Вот это лут в этой локации, блядь. Достойно. Ну чё там, босс, не босс? Пиздос. 17 тысяч, блядь, душ. Нахуй. Будем готовиться к анальной порке, блядь. Нету кольца здесь, которое душу-то спасает. Не придумали еще, ёпта. Ну давай, говно. Не, блядь, не босс. Еще немножко твоих охуенных друзей, чувак. И, наверное, скелеты там стоят, да? Я разработчик Demon Souls, я не хочу придумывать что-то новое. Я хочу Ctrl-C, Ctrl-V. Охуенно просто. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Охуенно. Я сделал игру. Благо, что у вас замахи, как у ебланов, у каких-то, блядь. Где тут в некромантах стоит? А вот и он. А вот и он. А. 17 тысяч душ. Я не знаю. Может, в этой игре где-то волшебный лук-самонаводка лежит? Но не знаю. Не ебу, блядь, где он? Нет, эта локация точно идет нахуй, это ужасное говно, и я ебал того, блядь, кто ее придумал, но это, блядь, ну пиздец, ну просто нахуй. Говно сталактита, блядь, ну серьезно. Сбивать, блядь, какую-то летающую хуйню из лука, блядь, из кривого, который, блядь, я даже не знаю, какие там поправки надо безумные делать. Пиздец, кому это нахуй надо, блядь? Кому это, блядь, хоть на грамм интересно, но это же пиздец какой-то лютый, просто пиздец. Ёбаный в рот, блядь. Ох, сука, надо было играть нахуй магом, походу.
ваншотить всех, блядь, своими охуенными кастами. Один хуй тут запаса маны из этого, из тюрьмы, блядь, выносишь на всю оставшуюся игру. Еще и он фальшион регенерирующий. Блядь, все охуенно. Но для магов. Для остальных игра просто, блядь, боль в жопе и ничего больше. Сейдж фрик. Ну, хотя бы тут я, блядь, помню, разблокировал платформу, что ли. Можно, блядь, поехать. Интересно, кто тут босс, блядь? На что эти пидорасы здесь опустились? Ой, иди нахуй, чмо. Да-да, пульт не сломай. Ща, подожди, я пристроюсь, тут активация кнопок такая же кривая, как бэкстабы, блядь, ура. Надо под углом, блядь, к штурвалу стоять, ёпта. Погоди-ка. Охуенно, не правда ли? Отлично, хоть что-то, блядь, хорошее. Блять, сколько надо переиграть, чтобы всех поймать? Ну, правильно, я думаю, что ты здесь будешь подыхать, возвращаться, убивать ящерку и дальше бежать туда, где ты уже подох до этого. Это, блядь, здорово и весело. Блять. Да, то чувство, когда начинаешь понимать, что даже, блядь, чумная помойка, блядь, не так уж плоха. По сравнению с вот этим, блядь, говном. Я уже не помню, сюда, туда, куда идти-то? Охуеть, блядь, пиздец! Блять, ну я ебал, какие черти, блять, в игру делали. Просто охуеть. Блять, она как что задумывалась вообще? Это, блять, игра должна была быть или что? Или симулятор, блять, какашки нахуй. Хуйня на хуйне, блять. Я реально, я не знаю, как вообще, блять, в голову нормальному человеку приходят такие охуенные механики, блять. Блять, 33 дамага. Дай-ка я пройду, блядь, уёбище. Да, потом у мамы нахую попрыгаешь. Да нахуй мне твои надписи в очко ты. О, Great Axe, блядь. Может их секира заебательски раскалывает. Может она не зря тут лежит. Сомневаюсь, конечно. Тебе что надо? О-о-о. Да, мне не хватает статов, чтобы махать этим топором, а тут ты пришел. Ну, походу, эти мрази убиваются чем-то, блядь, чем-то не палочкой, короче, какой-то, блядь, хуйней. О, Лоскутин ушел, Червяк ушел. Не знаю, что с ними случилось, что с ними стало, дубина, блядь, лежит. А, Лоскутин, понятно, он туда ушел, в локацию следующую. А Червяк куда делся? Так, пойду дубину, что ли, на них испытаю. Да. Ну, не точеная дубина, да, побольше, чем... Точеное копье, значит. Копья резко... Блять, охуенно. В этой игре даже оружие надо иметь 50 разновидностей, чтобы этих побил, тех побил. Лаги! Ух ты.
понятно, блядь. Чё же ещё-то? О, ящерка съебалась. Я так понимаю, ну это срезка какая-то, походу. Ой, блядь, да пошел ты нахуй. Не понял, что надо юзать впереди? Ёб твою мать, я думал, мне послышалось. Ой, пиздец, их тут, блядь, по ним урона просто нету, блядь. Пошли нахуй. Ёб твою мать, это... Вот эти черви окаменевшие повсюду. О, блядь, охуенно. Дальше идем. Да. Конечно. Конечно, блядь, конечно. Какое счастье, что с ними не надо драться, блядь. Это ж пиздец. Видели этот дэмэдж? Этот безумный дэмэдж. Что? Что там опять? Weakness in your head. Сердце. Баба, наверное, не знаю. Чё, причём тут сердце? Где хоть, блядь, какие-то пушки нормальные? Фальчион не работает. Бля, тут просто... Пещера размером с анус разработчика. И впереди какое-то говно стоит. О, блядь, охуенно. Тебя как-то можно подвинуть, братский штурвал, блядь? Надо взбодрить тебя. Он сюда хуй влезет, блядь. А, я понял. Надо его наоборот в тот туннель заманить, а тут обойти. Это какие-то, блядь, неубиваемые нахуй враги, я не знаю. Какая-то кувалда заточенная на плюс 800 нужна, наверное, чтобы ему... А, нормально все. Хай, хуя, ёпта. Ёбаный в рот. А за ним какой-то лут. А я еще на сюрж пиздел за лабиринты. Как же я был неправ, пиздец. Хуя, а туда-то как? Тут все пиздец одинаковое. Но я каким-то чудом нашел новый меч, охуеть можно. Драгон. О, блядь. Да ты чё, нахуй, серьезно? Без скейлов вообще, блядь. Но, сука, с огненным дамагом. Нихуя себе. Берегись, кого тут беречься-то? Понятно, кого, блядь. Ну, я думаю, что огненный дамаг именно вот на этой карте вообще не котируется никак и ни зачем. Он тут нахер не нужен. Кого им тут бить, собственно? Ну, давай. Что-то меня дрочишь, что-то.
бутырочное говно. А, ну понятно, блядь. 20. А я не сомневался. Что дамаг будет говенный. Кунаи. А, может его, блядь, отравим? Чтобы не дрочить с этим выманиванием, хуяниванием. Будь здоров, уебище. Ну и попутно надо еще пиздить его, на чем, блядь. Долго будет. А магом, наверное, подошел, кастанул, блядь, сдуло нахуй эту личинку, блядь, говна. О, блядь, как весело. Нихуя какой файтинг жесткий. Сурово. Блять, что с двух рук бьешь, что с одной хуйня такая, что? А, да. Ой, блять, как сложно с тобой драться, как ты заебешь мертвого просто. Да сдохни ты нахуй. Ой, блядь. Я думал, меня сейчас из туннелей из этих, блядь, вынесет просто этим взрывом нахуй отсюда. Драгонстоун. Ну давай, что там у тебя? Хуйня какая-то, понятно. Я не сомневался, что там будет лежать говно. Блять, они просто пиздец повсюду здесь. Как ты сдох-то, бро? В лаву прыгнул. Дальновидно. Я ни хуя не понимаю, я не могу посмотреть, как туда идти. Я... Нихуя не могу понять, блять. Отлично. Еще. О, что-то новое. Ой, блядь. Нихуя. А как тут прыгаешь, тут места-то нету, блядь. Да, этот парень опасен. Твои действия чреваты обрушением, блядь. Всего на свете, устоев игры, блядь. О-о-о-о. Я помню, что в третьей части были примерно такие же уебища, которые в спину хорошо дамажились. Или перевернуть их надо было, чтобы задамажить, перевернуть. Но здесь просто, блядь, надо дрочить его, дрочить, а потом еще взрывается, блядь. А, и это тупик, блядь, охуенно. А я не понимаю, как я должен там пройти-то, блядь? Я там даже дороги-то какой-то не вижу. О, блядь, ну давай по проверенной схеме. Охуенно, проверил, все. Его не отравить просто потому, что
при броске рука персонажа вошла в текстуру и нож не бросился. А теперь он занял все пространство. Блять, какая охуенная игра. Ебаный в рот. Просто она, блять, прекрасна нахуй. Во всем, блять. Просто, блять, она заебись. Блять, она просто, блять, охуенно. Просто пиздец. Какая охуенная игра, блять. Ничего лучше я не видел в своей жизни никогда. У разраба нету хуя. Блядь. Блядь, за что нахуй? За что, блядь, я должен заниматься этой хуйней? Зачем это сделано, блядь? Зачем, сука? Нахуя вы это делали, блядь? Кому нахуй это надо, блядь? Там, по-моему, еще вторая пришла. Ну-ка. Да, вообще пиздато. Это в два раза пиздаче только что стало. Просто охуенно. Оставайтесь с нами. Я не знаю, это проход к боссу или, блядь, в спальню матери разработчика, блядь. Да, это были лучшие 15 минут моей жизни. А теперь спорим, что если я наступлю в лаву, я, блядь, просто сдохну молниеносно, блядь. Блядь, что это говно прилетело? Нет, не молниеносно, но... Да, почти. Очень быстро. Блять, тебе-то что надо? Иди нахуй. Блять, вообще пчелы эти ебаные. Ну, прикиньте, вообще пиздец. А это что такое? Ебаное царство туннелей, бля. А, ну да. Душа, конечно, очень надо. Блять, всю же хоть догадались, какие-то срезки придумали, блять. Тут просто пиздуешь, пиздуешь, умер. По новой пиздуешь, пиздуешь, классно, блять, охуенно. Восемьсот, ой, блять, опять. А дальше там чё? Иди нахуй, жирное уебище. А, ёб твою мать, я это сделал. Какой ватчаут? Кого ватчаут? Такое чувство, что я тут был. Блять. Да, был. То есть я сейчас вот по этой лаве бегал, чё, блядь, для своего удовольствия, что? А к боссу-то нахуй как пройти-то, блядь? Где он здесь вообще, блядь? Оу. Вот там? Нет. Пиздец, блядь. Ой, блядь, ёб твой, как же она меня заебала, вы бы только знали просто это. Какая же это уёбищная игра, это просто, блядь, фан. Я просто нахуй, я не знаю, каким надо, блядь, человеком быть, чтобы найти, как тут, как куда тут идти-то, блядь, ну. Может, хоть какие-то подсказки, блядь, что-нибудь. Почему настолько, зачем такие уёбищные локации сделаны, я просто, блядь, не понимаю. Что, неужели кто-то любит ходить по лабиринтам без конца или что? Или эта игра недостаточно сложная только тем, что, блядь, на каждой локации ты дерешься на узких мостиках, блядь, против пидоров, которые тебя могут ваншотнуть, а ты не можешь увернуться, потому что ты сразу ёбнешься вниз, блядь. А за поворотами стоят, блядь, враги, которые тебя убивают, нахуй. То есть, блядь, летучее говно тебя обстреливает, ты дохнешь. То есть этого мало было, да? То есть надо еще, блядь, и лабиринты заебашить, чтобы ты просто нихуя вообще не понимал, блядь, ни что происходит, никуда идти, блядь. Я вниз упаду и сдохну же сейчас, блядь. Ну, посмотрите на эту высоту, ну, блядь. Но я не вижу, блядь, других путей-то я не вижу. Я не вижу, блядь, куда идти. Ну, давай сюда, хуй его знает. Нет, не сдох. Блядь, да еб ты заебала нахуй. Ёба, больше членов из земли, больше членов.
конечно, члены из земли. Члены земли, ду-ду-ду-ду. Сколько дэмэджа? О, вылетает хорошо. Вы решили выебать не того, блядь, самурая. Что, если ты поставил щит, вообще нихуя не восстанавливается стаминка. Как облутать эту залупу? Посмотри, герой об нее спотыкается, я не могу лут забрать, посмотрите. О, ура. Отпинал член ногами, и он выронил следующий член. Может, ты, блядь, еще не мертвый? Все, уже нахуй не лезут у меня точилок, полная, блядь, полная котомка, которых, блядь, надо выкладывать постоянно. Бля, ты че, штаны, ты в ботинке насрал свинцом, ты можешь, блядь, лезть-то быстрее. Ну, хоть души эти ебучие ничего не весят. Мне кажется, я знаю, где это прыжок в дырку, блядь, который... Это какой-то... Ебаться, короткий путь к боссу, наверное, хуй его знает. Чтобы, блядь, не ходить по лабиринтам, как мудак последний, наверное, можно напрыгать как-то. Что-то куда-то, блядь, откуда вот та лестница идет. И куда? Как бы тут 50 на 50, это может быть оно, может быть нихуя не оно. Я не знаю, зачем тут лестница вверх. Что-то, что там отсюда не вылезти этим путем. Ладно, в рот его чихпых, пойдем дальше. Поглядим, что тут есть. Давай еще одну ящерицу, которая очком заткнула проход. Вакнес. Что такое Вакнес? У, там босс. Ну давай посмотрим, что тут. Фантом, наверное, какой-нибудь. Это уебище, я уже знаю. Ай, блядь. Ай, красава, попал. Только я щит убрал, блядь, он переёбнет тут же. Эй, як, Макарев, ну давай. Ну хватит усираться-то фонтанами. Блять, а к ним хуй подойдешь, бля. Они по очереди почему-то фонтанируют. А в этой части можно переключать зоны, куда ты целишься из лука, нихуя себе. Случайно узнал. Такого даже в Dark Souls не было. Ну-ну-ну-ну-ну. Блять, да, ёб твою мать. Да ёб твою мать. Блять. Даже лут не вынуть из него, ну вы понимаете, да? Это всю охуенность этой игры. А, ну мне уже и класть его некуда. Все время забываю. Пиздец. А, ну понятно, здесь опять. Да-да, soul level, конечно. Так, ну что, давайте выбросим вот это говно. Все равно... Блять. Все равно... Не надеть. Или чё? Да дроп, дроп, нахуй. Что это такое, блядь? Hands of Gold. Кастет, что ли? Рука Майдаса. Да, видимо, это, блядь, местный кастет. God's name. Ну что, давайте посмотрим, может какая-то охуенная фича. Блять, у меня на нее что-то не хватает. А, магический, понятно. Веры, блять, какой-то, наверное, хуже. Секиру брать не буду, но и в жопу или взять. Блять, а сколько вообще весит заточка? А почему здесь две вещи валяются? А это что такое? А, две руки, блядь. Или что?
А, ну да, левая и правая, заебись просто еще. А вот это, 727, это цена при продаже или что? Да я понять не могу, блядь, это могучий интерфейс. Пиздатейший. 555 маны, здоровья. Какая-то странная цифра, как будто она, блядь, за это... заскриптована. Типа вот, может быть, больше этого и нельзя иметь, когда ты дух. Так, а если я... Я так подозреваю, что следующий босс по любасу будет огненный. Наверное, блядь, огненная колобашка, такие же, как эти уёбища. Если я, блядь, сниму что-то, что мне... Блядь. Вот как нахуй посмотреть, сколько весят штаны, блядь? Ёбаная пиздец. Что? Хуйня полная. 2.1. Хуйню не весит. Ладно, если я вот так сниму. Но вместо вот этого я одену кольцо от огня. Естественно, я пойду нахуй сразу же, блядь. Полоску здоровья я не буду уменьшать. Я ебал, честно. Блять, это будет вообще не вариант. Я нахуй буду, наверное, боссу, блядь, любому на один. На пол шишечки, блядь. Бля, чё не работает-то? Кольца путать. И даже вот не посмотреть, что за вещи я не могу поднять. Вот, блядь, уёбищно сделано. Типа, написали бы, это огромная секира, тебе не поднять ее, нихуя. Ты просто не можешь подобрать эту штуку, и хуй ты узнаешь, что это такое, пока не подымешь, блядь. Твой персонаж слепой долбоёб, он не видит, что у него под ногами лежит, понимаешь? Ну, блядь, огненный щит точно я не буду снимать в этой огненной локации. Тут, блядь, все слишком... Это все равно, что я не знаю, прийти в локацию старого железного короля, блядь, и удивляться, что он огнем поливает, что он вообще из лавы вылез. Тут, по-моему, настолько все очевидно. Может, сейчас, кстати, и будет, наверное, какая-нибудь, блядь, пародия на старого железного короля. Я думаю, что это вполне возможно. Блядь, а где мои травы? Что это такое, блядь? Какие-нибудь экономные бичевские лечилки-то где они? Лейтмон, Грасс, Фулмон, Даркмон. Хелс, Хипчпинт, Эйлментс. Что такое Эйлментс? Элементс. Хонда Элементс. Beware of the dangerous foe ahead. Foe. Фоя, наверное, огонь на немецком, да? Блять, не вижу, что там. Вот здесь с уголочком, вон другая дымная дверь, там, наверное, блять, от одной дымной двери можно до другой рашнить-то? Ладно, пошли посмотрим. Я, блять, только что 17 тысяч душ проебал, неужели мне семерку жалко? Да, это неожиданно, это босс, вау. Ух ты, храм. Тук-тук-тук, теремочки живет. Не пролезает, блядь. Надеюсь, он застрянет, я подойду его в анал. Вот хера, нет, нет, ебстаю, блядь, жалко, сука. Ух ты, блядь, огненный спайдермен. Были такие похожие боссы в DLC-шке, сразу два в третьей DLC-шке. Но не такие уроды, конечно, как этот. Флеймлукер. А, мне про тебя писали, говорили, ты мне жопу не дерешь. В чем твой прикол? Ха, у него микростаны, что ли, проходят? Да, в лаву прыгни и сдохни там. Блять, ну сзади-то, ёб твою мать. Подожди. Дуэт ёбаный. Просто назад отходишь, он не достает. Блин, жалкое уебище.
У меня дамаг, конечно, как у хлебушка, блядь. О, он щит не пробивает, ёб твою мать, огненный. Подожди, ты хуесосина. Дай, блядь, баланс-то восстановлю. О, там лучик слева. Сыкую оставаться без стамины против этого пидармота. Он еще отпрыгивает, мразота. Мразищ, да-да-да-да. Проблема этой части игры в том, что у них боссы, блядь, вата ограниченная, и у них нету фазы второй, первый, третий, блядь, они... Тут локации сложнее, чем боссы, блядь. То есть, вот это по меркам игры сложный босс, пиздец. Если он меня и убьет, то, наверное, блядь, я со скуки просто помру. Ну, конечно же, блядь. Конечно же, нахуй, где этот ебаный телефон названивает, я не знаю. Придется вам послушать эту мелодию. Кто-то, блядь, знает, когда... Знает толк в звонках, когда надо названивать. Кого-то, блядь, дар просто. Дар предвидения. Эй, он дерется с боссом. Позвоню-ка я этому мудаку, спрошу, как у него дела. Да, вы поняли, да, что я не буду брать руку? Блядь, я в каких-то огненных следах пригораю. Ой, блядь, а он на лестницах еще и... На лестницах он еще и тупит. Сказочный долбоеб. Ай. Кажется, он разогнался или что? Плавает трещина. Да, он разогнался. Упс. Я успел подставить. Он сейчас не успел. А, он прыгать начал, это его фаза, видимо, блядь. Оставляет свои парашные следы, блядь, пидор. Эй. Не все, блядь. Вот он. Вот и весь ваш флеймлукер, блядь. Тоже мне охуенный босс, против которого щит, блядь, в самом начале игры положили. Не въебаться сложности. Пизду. Меняю, блядь, нахуй всех летающих мобов, блядь, в этой гондонской локации на флеймлукеров. Пусть там лучше, блядь, вместо каждого летучего говна вот такое хуйло бегает. И то, блядь, проще играть будет. Пизду. Как забрать-то лутик мой? Да, за него даже душ-то дали как-то, блядь. Даже за этого резинового судью, блядь, или арбитра, как там переводится. За него и то больше давали. В наградоньку. Ну все, дальше там вообще вакханалия сатаны какого-то, блядь. Клоака. Клоака сатанизма, блядь. Да пошел ты нахуй. Че тут? I'm in trouble. Fuck you! Fuck you and you fucking trouble, bitch. Так, надо, блядь, идти в Nexus. О, Red Hot Chili Peppers демон. О, там кто-то ебашится он с топориком, блядь. И круглым щитом. Вот этому чуваку сейчас дадут пиздюлей, мне кажется. Кружит, кружит. По району. Наверное, он уже сдох. Ой, писали, что кому-то надо его душу отдать, чтобы что-то, блядь, там где-то. Чтобы что-то зачерпнуть. Не знаю, кому чего там надо, блядь. Кузнецу, наверное. Вот этому. I can forge weapons for you, but a fair price. Well, all that's still up to his old strange ways. Нет, да? Не этому, наверное, кузнецу надо отдавать, а тому, который, наверное, в крепости сидит.
этому пизды дать надо, бесполезный, блядь. Черт, сука. Ой, блядь, доспехи-то мои. Ну, их столько раз копьем проткнули, что, блядь, неудивительно, что они разъебаны в щи. Да пошел ты, бесполезный. Я лучше тебя бы убил, блядь, и того из крепости притащил. Тут хоть что-то делает. Все, конец серии. Не въебаться, сложный босс, блядь, конечно, да. Там многие хотели посмотреть, как он будет мне жопу рвать. Наслаждайтесь тем, как мне рвут жопу летучие мрази. Боссы в этой игре, поход параша. Ну, кроме тех двух, которых сразу двое, блядь. И то у меня оружия не было, чтобы урон по ним наносить. Я думаю, что с фальшионом или с огненным мечом я им сейчас просто ебучки расквашу бы. Все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Я, кстати, так и не понял, как тут, блядь, оружие из души босса какое-то сделать. Блядь, такая мутная хуйня, пиздец. Говно трилобита. Все, пишите, жмите.